медсервисе прочно обосновались лучшие традиции кардиоцентра, которые были созданы там. Я там проработал 27 лет в руководящей роли, ну и, так сказать, кое-что удалось создать. Так вот, медсервис, кстати, сохранил лучшие традиции, прежде всего, отношение к пациенту. Это самое главное, вот отношение. Вот в кардиоцентре ведь господствовала такая, что, ну, многое, но многое можно закрыть глаза. Ну, какие-то там мелкие погрешности. Не прощалась, значит, главная вещь не прощалась, если врач плохо отнесся к пациенту. Недостаточно участливо, недостаточно... Было правило, оно действует, оно простое, оно действует. Вы должны относиться, как будто это ваш близкий родственник. И вам надо вот его спасти, продлить жизнь и так далее. Это главное, на что обратили внимание здесь, и что, собственно, было основой для нашей работы. И поэтому, конечно, это обеспечивало успех, обеспечило ну, возможность приобретения оборудования, очень такого совершенного качественного расширения. Ну и, в общем-то, создание определенных добрых таких связей, отношений, прежде всего, с населением, ну и с коллегами. Вот это одно из главных достижений, с которым я могу, и у меня есть все основания поздравить. Потому что, ну, трудное время сейчас, то денег у людей не очень, то еще чего-то такое. Ну, опять же, вот переходное, мы все куда-то все время идем, ну, наверное, когда-нибудь придем к лучшей этой жизни, более счастливой. Ну и сегодня, в трудных ситуациях, когда у человека не было вчинку, ну, медсервис оказывает такую вот помощь, выводит человека из кризисной ситуации. Разумеется, в рамках наших возможностей мы не боги, обещать, так сказать, сверх того, что мы можем, мы никогда не будем. Но там, где мы компетентны, там, где мы, значит, можем помочь, мы всегда помогаем. А главное достижение, вот, я даже этим достижением больше удовлетворен, чем, например, даже больше, чем кардиохирургией в свое время. Потому что вот и без этого отношения к кардиохирургии, ну там ты должен, ты прооперировал, ну приедь 2-3 раза, не приедешь, помрет. Или сиди, вот у меня была практика, я сидел вот, ну, в реанимации, ну, если одна-две операции, вот все закончил, я... Ну, в кабинет зашел, там что-то подписал быстрее, шел в реанимацию, сидел, особенно с детьми, контакт установил, его, он уже из наркоза вышел, плохо ему еще, тяжеловато, а если ты установил, ну, прямо на глазах, а потом на следующий день они уже ходят, больные после операции на сердце, а взрослые в день операции у нас ходили, и ничего, и сидели. Газету заставлял читать. Главное, что если ты будешь внимательно относиться, и все будут знать, ну, твой, ну, все равно оперирующий врач, это всегда начальник для бригады, для анестезиолога, для реаниматолога. И, конечно, когда он видит, что ты внимателен, он тоже оказывает максимум внимания пациенту. Если ты находишься рядом, ты вовремя заметил, ну, по приборам, по самочувствию, ну, что немножко там, то ли похуже, то ли получше. Ты вовремя меры принял. Иногда секунды решают. А если ты прооперировал, ушел домой, ну, вот и сиди там, жди, что будет. Нет, если уж ты берешься за такие вещи, берешь в руки жизнь, а в кардиохирургии, ну, врачи берут в руки жизнь по-взрослому, по-настоящему, чужую жизнь, не свою, чужую, то уж будь готов и тут... Мало платят, много, средственно, еще как-то, это не имеет значения. Потому что если ты не будешь этого делать, у тебя ничего не выйдет. Вот и все. Это ведь не то, что машину там правильно собрал, гайки прикрутил, все хорошо было. И то не все бывает, а уж человек-то там, где неизвестных факторов для тебя тысячи, а ты берешься что-то делать. Раз уж взялся, ну вот тут и крутись тогда. И надо, и если ты уже домой уехал, там поздно, вот, и позвони, и утром позвони, а иначе покоя-то нет. В субботу приедь, в воскресенье приедь, ну а как? Тогда не надо за этим браться, иди вон, на прием садись, или еще что-нибудь такое делай, там, улицы подметай какие-нибудь.